Вот, Надежда Васильевна пришел тут. Убери ведро с прохода-то. Люди будут потыкаться и падать. Проходите, надевайте тапочки, потому что пол холодный. Подогреть. Проходите. Ой-ой-ой, сколько котов. Вань, тапки. Давайте, давайте, надевайте. Я зайду в другую комнату, посмотрю, что тут. О, тут калерии. Машинка у ней тут. А время-то только 2 часа еще. А где у вас главный-то? Тут Надежда Васильевна, тут уголок такой. Вторые часы идут. Надежда Васильевна, нашел что-то у вас на полу. Календарик. Кошечка, милашечка. Ну так давайте, молитесь за стол. Ваня, рубашку достань. Че? Внизу ведерко? Да. Вот их большой. Да, рыжий. Как настоящий кот. Как Валера. Давай, проходи. Вот сосульки с бороды снимают. В какую сторону помолимся? Садитесь на диван, молиться. А оставшиеся, да, помолимся. Давайте, Володя, молитесь. Пойдем. Вон. Давай, Володя. Вон туда молитесь, вон там есть. В сторону повернитесь, вот так. Володя, ты читай. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое царство, сила и слава во веки. Аминь. Благослови, Господи, освети себе пищу, дай мне чувство благодарности. Тебе за все хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Все. Садитесь. Связки. Обдумунова-то еще нет, уехал? Нет, он машину греет. А что сюда не идет? Машину греет. Принимайте. Ну, подключил и шел обедать бы. Как же так? Ему сказали, что обедать-то? По очереди всем звонят. Так, Володя. Да, брат. Сегодня пятница, 4 декабря. 2017 года. Постная пища. 19-й год. В 19-й. 19-й. 2019-й. Ладно, скажу ему. Все, с Богом, да, спасибо, что стоит. Так, да, ложечки разбирайте. Ладно. Малыш. Ага. Так, Игнатий, ты будешь с нами обедать? Не надо, я уже допоел. Я же не работал, что-то, поэтому брат, кормить меня не за что тут. Вот тут у Надежды Васильевны, вот тоже вот внизу. Завалена койка, она любит заваливаться. Второе, это мой этаж, я на него залазил. Все убрать. На третий. Здесь кошки все обрывают у меня. Все за нами, все пробовали. Первый этаж, тут вот второй, а там третий. Вот везде так разбито. Вроде комната небольшая, 6 человек уже могут быть здесь. Не надо тряпки эти вешать, они мешаются только. Вот она беленькая, серенькая, ой какая. Да большая она какая, голубоглазенькая. Да смотри, какие глазки-то у ней. Красота. Это Бускины дети. А Буска-то где? Так тарелки-то не наклоняются. Вот вертикаль возьми за край стола и за него подбородком не залазь. Мы же у нас были в лагере, не знаешь как. Ставь на ножку, к себе подноси. По-христиански ешьте. Ага, ты потом...
Ты в субботу заберешь. Люди мира сего ничего этого не знают. Ладно. Вот она, буска выскочила. Вот они где. Это они бегают, что меня услышали, что я пришел тут. Я бы сейчас рыбой хожу. А сегодня ничего не принес. Не принес я. А, рыженький. Они просят, ну иди принеси. А это вот буска. Буска, она знает свое имя. Вот она пришла. Это у Надежды Васильевны живет. То, есть компот, есть трое. У Володи трое. Но... Ну я потом зайду как-нибудь. Нет еще сегодня у меня. Поторопился, не взял. Это Бускины. А там одна Палина. И там у Володи четыре, три черных. Нынче в зиму у нас 9 кошек. С чесноком. Этот сказал, Сережа сказал мне, так сделать. Так вы не закончили еще? Там немножко. Игорь уехал, все. Уехал? Ну да. Ну, у вас народу не лишнего было, как раз хватило. Да. А Андрюша тоже уехал? Да. Он на работу поехал. Значит, без Валеры трудно было бы, да? Да, это точно. А без этих хлопцев? Тоже помогли. Тоже. А ну, главное-то, наверное, без командира. Ну, конечно. Как без него? Ну, если главный командир позовет последний бой, дядя Вова, мы с тобой. Дядя Игорь, мы с тобой. А сегодня дядя Игорь, да. Тут главный у нас уехал, говорит. Хорошо, я ушел, все. Ну, с Богом. Давай, не хочешь садиться с нами? Нет, я не хочу тут. Я там поел уже. Все. Фонарик горит издалека. Показать, как дружно они обедают. Вот так.